Здравствуйте, купил в розетке такой процессор Core i5 Unlock, то есть i7-6100K под слот 1151. Имеется сопроводительная документация, заклеенная каким-то скотчем. Инструкция, которая рассказывает, как устанавливать процессор. Это подставка картонная. Увесистый, ощущается вес больше, чем предшественники. Здесь написано i7-6700K 4 ГГц. Кей-процессором нет вентиляции, и приходится кулер с радиатором докупать отдельно. Этот процессор брался для нужд видеомонтажа в 4К.